Привет-привет! Сегодня у нас 24-й день выживания в мире 7 Days to Die. И как вы видите, я тут возвожу конструкцию. Думаю сделать башню. Ну, как я и планировал, в принципе, по периметру одну, там вторую. В принципе, из гаража можно вывести. Или где-нибудь там, где у меня мотоцикл, получается, стоит, наверх пробить. Там и за периметром по ту сторону. Вот. Откуда я смогу отстреливать зомби. Сегодня 24-й день. Это означает, насколько я понимаю, что будет свора собак. И думаю я вот ехать в тот город, который я хотел полутать. Я его так и не полутал в прошлый раз. Потому что уже стемнело, и я решил, счел за лучшее свалить домой. Так. Чем по темноте лазить по городу, такое сомнительное удовольствие. Такие вот пироги. Да что ж такое, а? Красивую башенку хочу сделать. Цемента я не знаю, сколько уйдет. Ой, не так много было, только что 800, уже сколько, 600 осталось. Это поначалу будет не башенка, а такой зачаток башенки. Как вы видите, сломал себе уже ножку, успел. Грохнулся. Тут грохнуться не мудрено на самом деле, очень даже это просто делается все. Берешь и падаешь. Так, что же нам заняться, чем сейчас, я вот думаю. Дальше возводить. Или поехать пока в город, пока еще, пока доеду, будет уже 5 часов, а пока доеду, будет все 6. В принципе, он недалеко, городок находится, и можно будет его полутать. Лутать я буду только в магазинчике, ничего другого лутать я не буду. Не царское это дело, лазить по домам. Потому что в домах я могу найти только что. Так, стоп. Сначала забаться. В принципе, сейчас цемент закончится быстренько и поеду. В домах можно найти только металл, цветной металл. Единственное, что ценно можно добыть, это цветной металл. В принципе, остальное неинтересно. Так, лесенку. Главное тут опять не грохнуться. Переставим сюда для удобства. Так, третье, четвертое. Блин, нифига, непонятно, как она становится. Ага. Давай сразу заделаем. Я уж думал, не допрыгнет. Может, думаю, из-за ноги, что ли. Не хочет распрыгиваться. Так, ну ставь вторую. А, нет, вторую я не поставлю. А теперь поставлю. Так. Конструкция растет и растет. Не, сначала надо лестницу делать. Сколько там цемента еще? Такая аккуратная работа на грани того, что сломать еще одну ногу или еще пару. Сколько я там сломал, здесь же не пишется, в принципе. Так,
А может быть вот так сделать? Что-то она плохо прыгает все-таки. Ну ладно. Будем потихоньку. Посмешишь, как говорится, насмешишь людей. Будем делать тщательно и основательно. В прошлый раз рассказ я закончил о нашем путешествии. Так, почему так долго путешествуешь? А, все, встал. Я уже думал, что он никогда не встанет. Блин, а здесь одну положил. Закончил тем, что нас подобрали. Не пойму. Да, правильно. На въезде в Биробиджан и туда подвезли мужички на джипе. Вообще, первые дни, вот эти вот первые, получается, день, ну так, основательно, когда мы оказались вне дома, тоже поднимаешься, когда очень опасно, что, блин, перекувыркнется, лишний шаг сделает и пойдет, полетит вниз. Это, получается, был первый день, когда мы так хорошо заночевали. По-настоящему, скажем так, по-взрослому. Но еще не на природе. То есть мы еще... Блин, ничего не понимаю. Так. Палатку нашу мы так и не вытащили еще, получается, не опробовали. Но это было лишь часть пути, хотя мы и прошли 1000 километров к этому времени. Впереди еще была огромная территория, огромное расстояние. И ехать оставалось нам и ехать очень много. Вообще на первых порах часто приходила мысль в голову, что с ума сойти, как же мы все это преодолеем, когда смотришь на карту, открываешь телефон и включаешь Google Maps. Ты смотришь на расстояние. И так тихий ужас появляется. Так вот, Биробиджан. Биробиджан мне понравился. Понравился мне, моей жене Нелли. Город просто отличный. Я вот думаю сделать повыше, наверное. Город, в котором я бы, наверное, ну, если бы он не находился так далеко, мягко говоря, от цивилизации, вот, я бы провел с удовольствием свою старость. То есть в основном пятиэтажные постройки, ну, во всяком случае, в центре города. Да, в принципе, он и небольшой на самом деле. Пятиэтажные, получается, старые хрущевки. Он весь уютный такой. Я тогда мне еще пришла мысль в голову. И я, в принципе, когда ребята с радио Маяк нам позвонит. Да что ж я по одному-то колду, а? Заново, блин, вращать все. Так. С радио Маяк ребята позвонили. Мне к этому времени пришла такая ассоциация, сравнение с тем, что... Так. Город похож на ощущение такое, как будто ты попал бабушке в карман. То есть любимая бабушка положила тебя в свой карман. И ты знаешь, что с тобой ничего такого плохого не случится. Ты находишься в хороших руках, ну, или в хорошем кармане, если так прям сказать. Ну и мы пошли. Показалось. Прыгни ты, ну, молодец. Прошлись по городу, было утром. Пофотографировались там какие-то достопримечательности, сходили в магазин, зашли в один, там, в другой, там что-то купили, какие-то мелочи, которые нам понадобились по ходу действия, купили воды. И тут мы дали слабину, так сказать.
блин, боюсь так упасть. Поэтому все внимание на игру. В чем слабина заключается-то? В том, что мы... А, вот и цемент закончился, да? Да. Ну ладно. Башенка у нас, в принципе, уже вырисовывается. Красота. Она уже выше получается дома. И отстреливать отсюда будем зомби. Сделаем потом еще там и там. А, башенка как бы... Так, перескакивая на игру, да? Башенка, башенка. Собственно, я ее стал делать отчасти потому, что... Вот, подстрелил уже соломки. Что вдруг, может, поможет, если в следующий раз буду падать. Я хотел найти все-таки полезные ископаемые у себя вот здесь внизу. И мне кажется, я когда выкидывал камень в ящике, я увидел у себя 10 свинца. То есть я где-то зацепил что-то, какую-то жилу или какой-то край жилы где-то. Но найти не могу так вот здесь вот. Непонятно. Или вот он все-таки есть. Ну-ка. Сейчас при освещении стало получше видно, когда утро наступило. Ну-ка. Ой. Да, что-то металлический звон выстрелил. Ура! Вот и жило. Это хорошо. Значит, где-то здесь есть золото. Ну, не золото, конечно, свинец, там всякие дела. Я подумал, что вроде как дом стоит, а слышал, что возле построек частенько находится под землей, находится полезные ископаемые. Ну, я так понимаю, разрабы так делают, чтобы народ заселял одиноко стоящие всякие здания и мог потом добывать на месте необходимое. Вот. И я решил, что если прокопать во все четыре стороны, то в принципе я смогу найти какие-то полезные ископаемые, которые будут позволят мне не носиться как ошпаренному по всем районам, да, а найти здесь вот так. Давайте выключать уже все это дело, поедем. Выключаю я потому, что я заметил, что когда я бросаю крафтиться вещи и уезжаю. Потом приезжаю, вроде вещей не прибавилось, а топлива нету. Топливо просто тупо исчезает. То есть необходим где-то рядом игрок, чтобы топливо... Ой, чтобы топливо, говорю, чтобы крафтилось. Иначе просто топливо выгорает и все. Так, дерево. Ну, поставим в очередь, пускай оно никуда не денется. Этот молоток нам не нужен. Кирку сюда. Возьмем. Да, вот 10 свинца еще добавилось. Также было 10 свинца. Думаю, откуда у меня свинец появился. Ага, подозрительно. Ну и вот, возвращаясь к нашему путешествию, к Биробиджану. Мы дали слабину, так сказать, но из-за того, что, наверное, побывали в тепличных условиях, как заночевали, представили, что нас ждет впереди. И подумали, что почему бы нам не прокатиться на поезде? То есть не поехать автостопом, а преодолеть расстояние от Биробиджана до... Так, сейчас скажу. Да. Что-то мне Омск приходит в голову. Господи, какой же там город-то здоровый, там большой. Перед Улан-Удэ идет. Вот выскочило из головы. В общем, до него доехать. И уже оттуда автостопом. Потому что... Ну, почему? Как мы так решили? Пришли к такому решению. Почему? Из-за того, что простояли 8 часов... 8 часов простояли на улице, и нам, ну, никто не остановил. То есть просто тупо, там, может быть, 2-3 человека остановили, и то предлагали они в Биробиджан довезти. Но не
но не дальше, то есть не по трассе, не по федеральной трассе, а просто в город отвезти. Что у нас за построечка получилась? Ну ничего такая. Еще нужно будет, я думаю, здесь площадку сделать вокруг. Мало ли там всякие сумасшедшие полицейские будут бегать, взрываться. Че она подтормаживает? Кто-то опять тут возникает. Я вот боюсь на собак сегодня нарваться, когда я буду там по городу шарахаться. В принципе, с пистолетом я их отстреляю, но все равно, мало ли. Ну ладно, пойдем за мотоциклом и поедем в город. И мы тоже здесь соломки постелил. И мы решили такие, еще не столкнувшись так, с какими-то серьезными трудностями, можно сказать, после того, что 1000 километров проехали, а потом как-то резко все у нас затормозилось, мы решили, что давай-ка мы прокатимся на поезде. И что мы сделали? Где-то, наверное, часам к 12, наверное, что ли. Сейчас я выйду. Часам к 12. Так, метка у нас стоит где? На новом городе или где? Что-то не... Блин, как карта эта тормозит? Ужас просто. Как будто она, не знаю, там файл размером 100 гигов. Да. Поехали на вокзал, в общем. Уже не помню, как мы там добирались. Ну там все, в принципе, рядом, город небольшой. И вот мы поехали на вокзал. Сначала думали на автовокзал, куда-то там доехать до другого населенного пункта. Потом думаю, а что, зачем нам это, пойдем на ЖД. Автостопщики, блин, начинающие. Пошли на ЖД, потусили там, поспрашивали что-то. Нам не понравилось, какие-то поезда. Так, вот угля я наберу сейчас обязательно. Кто-то шумит, что ли, или мне показалось? Показалось, наверное. Ну и поехали. Вернее, поехали. Пришли мы на вокзал. Но подходящего рейса не нашли. Все, что нашли, нас не устроило. И я думаю, это было весьма, ну не то что кстати, да, ну такой отрезвляющей вещью, которая, в принципе, она необходима была нам, мне кажется. Потому что... Ты чё там хрюкаешь так, а? Охерел совсем. Пугает меня. Как будто новых звуков добавили, что я не помню такого хрюканья. Ну, у вас тут тусняк прям, да? Поджидали меня собаки. Признавайтесь. Где тут было гнездо? Завалился прямо на гнездо. Все, закончились, ребята. Так, разобрать машину, не разобрать. Нафиг она, в принципе, нужна. Не пускают меня в палатку. Ой, фиг с вами. Не нашли мы подходящий рейс. И это оказалось кстати. В общем, получается, нам тут позвонили в это время, как раз мы вышли на площадь. Площадь тоже там красивая. Какие-то статуи есть такие интересные. Мы пофотографировались там возле них. Походили, побродили.
И, в общем, собрались двинуться. Так, а где мотоцикл? Алоэ. Собрались из города выезжать. В это время нам позвонили с радио «Маяк». Первое время, как бы, я вообще постоянно забывал о том, что у нас договоренность с радио «Маяк», что они нам должны звонить каждое утро, там спрашивать, где мы, что мы, проверять, так сказать, нас. Ну, мы, в принципе, отлично поболтали, что-то там уже поговорили. Почувствовали себя в очередной раз какими-то звездами. И... Блин, забыл. Очередь занята крафтом. Сели на маршрутку. А там маршрутки такие, эти, как они ходят, пазики. То есть не как у нас в Владивостоке. Для нас вообще перемещение в сторону запад, получается, знаменовалось тем, что машины, привычные нашему глазу, заменялись все более и более такими непривычными. То есть там русские начали появляться. И в конце концов было столько русского автопрома, сколько я, наверное, не видел со времен, там, я не знаю, 90-х годов. Мы сели на пазик, доехали там до конечной какой-то, уже вроде как почти деревня была, конец города. Постояли, что-то половили там, ну, никто не останавливал, пошли пешком. Жара такая была еще. До этого, как на пазик сесть, там ИС-3 сфотографировали. Тоже для нас был это. Заброшенный завод какой-то был, убитый нашими демократами. И этот, перед ним, перед заводом, памятник ИС-3. Пофотографировались с ним. Такое знаменательное, да, как бы вещи. ИС-3 танк, который сразу ассоциируется, вспоминаешь его, с игрой. Ну, я имею в виду World of Tanks. Так, рюкзачок или что там такое? Ой, газанул. И вот идем мы. Солнцем палимые. В шортах, в майках. То есть, вчера было прохладно, сегодня жара. Ну и ловим, естественно, попутно машину. Нам останавливают. В конце концов останавливают легковушкой. И оттуда чуть буквально не вываливается мужичок. Такой счастливый, такой радостный. Павел, Нелли, вы с радиомаяк. Зеленые штаны. А там давали на радиомаяк как бы особую примету. Мол, в зеленых штанах. У меня зеленые трико были одеты. Ага, уже ничего не влазит. Так, это плохо. Нифига. Вот это было вообще. Супер выстрел, я сам от тебя не ожидал. Успел и отпрыгнуть, и выстрелить, обалдеть. Прыжок, блин, спасение от верной смерти. Так, надо повыкидывать что-нибудь сюда, наверное, то толком ничего не поднять, не это. Пока не закрафтятся эти, забыл совсем. Не переработать ничего, да? Ну ладно. Так, таблетки можно выкинуть, не нужны. Вот, этот парень такой, вы там с радиомаяк, как я представляю, какие чувства он испытывал. Для нас тоже, конечно, это было вообще таким, как бы, ну, неожиданностью. Мы вот только что поговорили по радио, только что были в прямом эфире, разговаривали, ну, рассказывали о планах, там, что мы, кто мы, никто мы, вернее, кто мы, это известно уже, они каждый раз на радиомаяк объявляют, что мы такие-такие-то, вот, и едут там. Эх, что же делать-то с вами? Суете мне всякие вещи до сих пор. Тут мясо. И вот он едет, выезжает из города, да? И тут ему навстречу
вернее, не ему навстречу, а попутно получается, да? Он видит тех самых людей, о которых только что говорили по радио. Вот, конечно, обалденное чувство. То есть такое совпадение просто невероятное. И оно случается. Ну, естественно, он был весь на эмоциях. Мы тоже. Сели к нему. И поехали. Проехали. Так, что такое? А, блин, в костер наступил. Пердак подгорит сейчас. Так, ну мы у города почти. Вот тут зомби собралось. Олежки. Ну что, вот там стадо зомби идет слева что-то. Наверное, здесь я сделаю ящик где-нибудь сразу. А, я не сделал ящик, потому что у меня все тут занято. И будет занято еще 17 минут. Офигеть. Что же делать-то? И лутать-то я не смогу толком. Так, поскидываю хотя бы что-то ценное для крафта. Ой, не для крафта, вернее, чтобы все это дело потом можно было разобрать. Ну идите, я вас постреляю хотя бы. Чем-нибудь займусь. И расскажу заодно. Перышко принес. Индейцев играл, наверное. Зомбак. Что-то они тут ломают все прям. Со всех сторон. Меня зомби окружают! Палево! Ага. Маза. Чья-то мамочка. Так, там сзади никого пока. Никого. Погибли все. Зернышко кофе принес мне голодный зомбак. Оленя подстрелить или чё, пускай живет. Доехали мы до какой-то заправки, и тут столкнулись с такой вещью, вот интересной тоже. Ну как интересно, она неприятная, конечно, но интересно забавная. Обычный стандартный набор: кафешка стоит, гостиница и огромный паркинг. Я вот так вот зомби как-то убил, по башке ему это упало дерево. И огромный паркинг перед этой всей конструкцией. А сделано так, получается, вроде как буквой П. И посередине парковка эта огромная. Ты смотри, раскрошила все. Молодец, спасибо. Нифига ты мне принесла патрончиков. Вот это да, молодец. Спасибо, спасибо. Не ожидал. Ну, высадил на этой нашей парковке. Мы сначала как бы не обратили, получается, внимание. Ну и, наверное, не почувствовали. Там стояла пара грузовиков, пара фур. Может, просто машина пока подъехала, развеяла запах весь этот. Да, да, дело в запахе. Дело в том, что мы вышли и почувствовали потом, когда он уже уехал, почувствовали просто непередаваемый аромат мочи. То есть эти фуры паркуются, приезжают, выходят. Водители не идут в туалет. А почему, кстати, насано там было? Потому что туалет стоил 10 рублей. И, соответственно, кто будет платить 10 рублей, когда можно? Вечером они вышли, да, вышли. И кто в темноте там увидит, кто сыт, да, под колеса этой огромной фуры. Тем более их там стоит целая куча. Вот выходят и сразу тут же и прямо под колеса своих машин. Естественно, это делается уже не первый день. И все воняет просто как какой-то огромный какой-то общественный туалет. И это вроде как перед цивильным, так, перед цивильной кафешкой. Да что ты будешь делать? Где там я зашел посмотреть водички, тоже купить. Где висит объявление, там типа свадьбы справляем, там еще что-то. Ну, она же недалеко вроде как от города получается.
Я думаю, самое время, самое место, вернее, свадьбу здесь справлять в такой вонище. И там внутри, что удивительно, тоже сидят люди, как бы кушают, все нормально. Ну, может быть, то первый раз, и я бы, допустим, этот запах почувствовал, я бы туда не вернулся бы никогда больше. 100%. В такую забегаловку, которая, блин, жмутся 10 рублей, убрать, сделать этот туалет бесплатным. Они же и так получают прибыль огромную, в принципе. Вот. Ну, это вот к вопросу, я не знаю даже как сказать, менеджмента, что ли, там, вопрос о таких вещах, которые цепочка логическая, какое-то следствие рождает какие-то причины, следствия, то есть и что-то одно делаешь, вроде думаешь, что там сэкономишь, а в итоге ты не сэкономил, а устроил перед своими заведениями, перед своей гостиницей огромный, блин, туалет общественный, который воняет. Что-то подтормаживает, как бы тут что-нибудь не грохнулось. Не развалилось. Олень наконец что-то заметил. А, вот он. Я думаю, кто тут? Вроде был еще. Шумел. Еще. Тут еще олени. Заповедные пасутся. Ну, давай, оленя все-таки грохнем. Это... Эй, я ж вроде как выбрал этот... Мачете. Это что было? Не понял я. С одного удара разделал тушу. Тут получается такая вот история с Биробиджаном. Приятный город и какое-то неприятное кафе на выезде из него. Ну что, еще одного оленя замочить, где он здесь был? Потом мы пошли, что-то прям здесь какой-то оленей заповедник. Вон еще один олень в лесу был слева. Так, давайте его замочим. Тут еще и свиньи. Прям животноводческая ферма. Олени, лазящие по деревьям. Постояли мы там потом на жаре. Ну, отошли от этого кафе на противоположную сторону дороги. Но недолго мы стояли в итоге, потому что там просто невозможно было находиться. Такая вонь была. Подальше отошли. Вдоль дороги прошлись еще немного. И уже через какое-то время там поймали машину. Свинюшка, стой! Мимо. Еще раз мимо. Молодец. Что-то меткость покинула меня, блин. Как ты там оказалась? Где-то пролезла собака. Такая, блин, засрань. О, приползли со всех сторон опять. Куда же вы беретесь? Ничего. А у тебя, может, патрончики еще? Тоже ничего нормального нету. И у тебя ничего. Так, что же у нас там было потом дальше? Я вот думаю, пытаюсь сейчас вспомнить. Мне надо либо записи глядеть, рассказать, кому мы сели. Я помню, что мы сели... По-моему, все-таки они были. Были такая необычная пара. По-моему, он был азербайджанец, а жена его была русская. Причем такая прям я... Конкретно русская прям по виду. Звали ее Тамара. То есть у меня вот маму зовут Тамара, и это была Тамара. И мы их запомнили. Мне понравилось еще, что потом, когда мы прощались, она так
такие вещи, вещь такую сказал, что в принципе я догадался. Так, ну-ка сфотографируемся. Менюшка такая милая вообще. На заставку или еще просто на память. Так, не то нажал. Ну давай, разделаю. Ух, что-то подтормаживает. Это что такое? Не собаки, я надеюсь. Бегут по мою душу. Нам собак не надо. Ой. Так, долго еще крафтить? 11 минут. Долго. Блин. Ну что, поскидываем, что можно скинуть. Еще что здесь еще можно скинуть? Да ничего. Как плюшки. Насобирали всякого мусора. Хотел сказать, насобирали. Селим. Мы к этим ребятам в легковушку. А им нужно было куда-то в сторону ехать. То есть они до какого-то определенного момента нас довезли бы. А дальше наши пути расходились. Так, это у нас влезет. Трубы не влезут. Но получилось все очень интересно. А дорога как бы там руководила жена, получается, Тамара. У меня был тоже навигатор, естественно, на телефоне, да. Но мне как-то... Я так вот молчал, в общем, всю дорогу. Потому что мне происходящее как бы казалось на руку. Дело в том, что Тамара все... как объяснить, как сказать-то, она вроде как теряла путь. Говорила, что вот поворот, вроде там скоро должен быть, но пока его нету, но вот он скоро должен быть, но пока его нет. И, короче, в итоге Тамара и ее муж, я, к сожалению, забыл, сейчас не помню, как его зовут, довезли нас до города, куда, собственно говоря, не собирались заезжать, не собирались повернуть гораздо раньше, левее. В общем, они довезли нас до Белогорска. Таким вот макаром потихоньку мы доехали с ними до Белогорска. Там приятно поболтали, конечно, и ветерок в такую жаркую погоду, было очень интересно. Перед Белогорском они нас, получается, высадили, сами повернули обратно, ему нужно было, получается, возвращаться. Я у Тамары спрашиваю, там что-то, ее муж отошел, я уже не помню, может, по малой нужде или еще что-то. Я говорю, ты, говорю, специально так нас сделала. Она улыбается такая, ну, как знать, типа, мол, такая, ну, приятно, конечно, было, молодцы, хорошая пара, интересная. И пешком мы после того, как попрощались, двинулись в сторону Белогорска. По-моему, там около Белогорска поймали какую-то машину. Да, точно, военный нас подобрал. Парнишка тоже молодой, ехал к своей девочке. А, тоже такой добродушный. И вообще в Сибири, Дальний Восток, и вот вплоть до, наверное, где-то до Красноярска, может даже чуть дальше. Очень добродушные, очень приветливые люди. До Урала, в общем. До Урала и после Урала. Здесь вот гораздо, в этих местах гораздо проще с людьми общаться, они гораздо приветливее, чем в тех местах, где уже городов понатыкано, скажем так. То есть это уже запад России, где центральная. Вот так вот. И поехали мы, в общем, в Белогорск. О Белогорске я уже расскажу в следующей серии. Я думаю, на сегодня достаточно. Был большой рассказ, интересный. И я сейчас подожду, пока у меня докрафтится все это вот. Потому что дальше невозможно заниматься собирательством, хомячизмом. А вам спасибо, что слушали, смотрели. Ставьте свои оценки. Там палец вверх, палец вниз. То есть как-то реагируйте хотя бы на то, что я рассказываю. Буду вам очень благодарен. Можете что-то спросить в комментариях, я обязательно отвечу. Всем спасибо, всем пока.